Николай Петрович Долбинин. Здравствуйте, Николай Петрович. Очень приятно. Я хочу представить, вот, главный специалист по многогранникам в России. Алексей, мне очень приятно вас увидеть, потому что я вас много раз видел в интернете, вот, да? Теперь вас лично, да. Вы, правда, немножко похудее, чем в интернете. Это я худею просто с каждым годом. У меня, само собой, так получается, я не виноват. Вот, видите, «Жемчужины теории многогранников». Книжечка Николая Петровича. Вот. А сейчас Николай Петрович расскажет про своего великого учителя. Да, мне очень повезло с последним учителем школьным в математике, Игорь Дмитриевич Степанов. И мне очень повезло Игорь с моим... Игорь Дмитриевич Степанов. Да, это была школа номер 10 города Ангарск. Именно благодаря ему у него было несколько таких неплохих, замечательных школьников по математике. И с него начиналась, в общем-то, приличная такая, очень известная теперь... История математической школы с математическим уклоном. Я эту школу школа отлично номер знаю. 10 города Ангарска. Это десятка знаменитая. Я там выступал. Оттуда у нас Лев Шабанов. Лев Шабанов, международник, да? Который сейчас у Рогородского. У нас каждый год оттуда, ну там, это школа известная. А вот мы начинали с этого. Вот, вернее, школа начиналась с нас. Как интересно. Школа, это, я кончал ее, это знаете, когда? Вы еще и в проекте не были, а я уже ее кончил. Вот, и мне, конечно, очень повезло, что я в том же году, а я тогда был еще не полный 17 лет, я познакомился с Борисом Николаевичем Делане на его семинаре, который он еще тогда читал в МГУ. Я пришел, ну, конечно, Делане, все мы были наслышаны, вот, и увидеть Бориса Николаевича Делане вживую, конечно, было замечательным, ну, таким событием в моей жизни. Он мне очень понравился внешне, вот, очень понравился так вот его такой, вы знаете, вот менталитет, его отношение, его жизненная такая, знаете, очень был такой энергичный, активный, очень приятный человек. Я помню, он невысокого роста был, но очень хорошо сложенный, седая голова и очень загорелое, приятное лицо. И вот ему как-то нужно было стереть наверху доски. Так. Он начал подпрыгивать. Ну, мы там, это первокурсники, кое-кто из нас хихикнул так. Борис Николаевич перестал подпрыгивать, остановился, повернулся, сделал такую серьезную физиономию. Это кто тут? Ну, что-то вроде этого. Кто тут посмел? И вообще, что вы можете? Вы, говорит, вот скажем, вы знаете, что такое анализ? Ну, говорит, мы начинаем этот анализ только изучать. А я уже в 12 лет знал анализ, говорит Борис Николаевич. А вы что можете? Вы даже стойки на руках не можете сделать. И тут он попытался сделать стойку на руках. А ему 70 лет было. И он попытался, стойка, конечно, не была совершенной, но все-таки он стоял на руках несколько секунд. Вот это меня поразило. В детстве я стоял легко и много, и даже чуть-чуть ходил, начинал. Но, честно говоря, вот поручиться, что я прямо сейчас сделаю стойку на руках... Давай. Не знаю, да. Это интересный, кстати, интересный вопрос. Может, и сделаю. Раньше-то я легко. Раз, все. Готово. Нет, ну, потом Борис Николаевич мне рассказывал много баек из своей жизни. И одна из баек была такая. Значит, тоже про стойку, про Фихтенгольца и Аде Александра. Вот человека, который сделал это просто... Как, ну, это знаменитый. Знаменитый. Один из самых крупных геометров прошлого века и доказал выдающуюся абсолютно теорему о развертках многогранников. Так вот, как Борис Николаевич мне рассказывал, они уже в то время получили маленькое помещение, будучи сотрудниками математического института имени Стеклова, но еще работали они в Петербурге, в Ленинграде тогда. Да. И у них было, знаете, вот там кунсткамера есть, такая маленькая башенка на кунсткамере, это на берегу Невы. И там в этой башенке было помещение, между прочим, математического института, там двух комнат. Это какие годы? Довоенные или это после? Это 34-й год. А, довоенные годы, да. Еще, да. Да, начинался в Питере. И вот, там, значит, был уже Делане, был его молодой аспирант в то время, Александр Данилович
Александров. А вот такой знаменитый был профессор Фихтенгольц, который анализ читал, знаменитый автор учебников анализа. Да, конечно, знаем. Вот он не был сотрудником института, но он очень хотел, как говорит Борис Николаевич, очень хотел познакомиться. Чем же они там занимаются? И вот они договорились, что Фихтенгольц в назначенное время подойдет в это помещение к ним, туда, в эту башенку. Ну и вот так проследили, смотрят там... По этой винтовой лестнице Фихтенгольц начинает подъем на эту башню. Вот. И вот в какой-то момент на каком-то витке оба этих, один уже знаменитый профессор, член-корреспондент, другой будущий академик, ректор Ленинградского университета, встали оба на руки, стойку на руку, и начали по этой винтовой лестнице спускаться им навстречу. Фихтенгольц, значит, на... Вдруг увидел две фигуры, спускающиеся на руках к ним по лестнице, и говорит: «Ах, вот чем занимается математический институт». Ну, такие байки были. Я только сейчас осознал, что стояли они на руках-то, не у стены. Нет, они только у стены умею. Якобы они по лестнице. И, если умею еще. Они по лестнице спускаются. Ох, это вообще. Не, ну вообще так он действительно был очень такой яркий, выдающийся человек, очень многим увлекался. Метод вытягивания носов у цепных дробей, да? Да, это его, в частности, метод, его, да. Ну, вот его геометрическая интерпретация известных вещей, это нахождение неполных частных этих самых иррациональных чисел, которые при помощи метода многоугольника Кляйна, если вы знаете. Там вот берешь решетку целочисленную, берешь гиперболическую, берешь все точки сидящие в квадранте. Да, знаю, я очень люблю его. Я из-за этого я сам вообще понял эту теорию нормально, когда я ознакомился там, с книгой Арнольда «Цепные дроби». Но Арнольда так в основном там многомерная штука, там статистика. Борис Николаевич... Паруса, да? Да, паруса. Паруса – это действительно это большая читал. Деятельность. Там и Скубенко, такой известный человек, который сделал пятимерного знаменитую проблему Минковского, неоднородную проблему Минковского для пятимерного случая. Это тоже паруса. И потом паруса – это очень там важно. Открытых полно, да? А? Открытых задач полно до сих пор. Полно. Это трудная задача. Поведение этих парусов. Многомерные цепные дроби, да. Это такая поведение этих парусов, это такая мистика, так что. Да. Ну что же, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы на наш канал зашли. Неожиданно. Очень приятно было.